Привет, ребят. Сегодня посмотрим за игроком с ником Файл Командер. Аккаунт у нас жирненький. 100-й уровень. Общее количество боев почти 10 тысяч. То, что это читер, я уверен. Бой я этот смотрел полностью. Плюс подозрение вызывает то, что 100-й уровень играет с подключением к идущим боям. Это очень странно. Нормальный опытный игрок не будет играть с подключением к идущим боям. Потому как ты появляешься, когда уже, как говорят спортсмены, все тайминги заняты. Но это все равно не гарантирует, что это читер, если подключение к идущим боям. Но читеры любят подключаться к идущим боям. Они не любят ждать, они любят быстрее, им похуй. Они знают карту, им похуй эти тайминги, у них свои тайминги. Поэтому вот так. Наблюдаем. Немножко ускоримся. Вот смотрите, момент сейчас будет. Вот у нас он пытается тут осматриваться, блядь, каждый угол осматривается, блядь, такой прям, ну, привычка у него уже возникла, да, он уже старается, типа, играет он. Честно, вот парево сейчас будет просто жестокое. Смотрите, дымы у нас, да, впереди. И вот дымы. Сейчас парень будет пулеметом щупать танки. Типа в дыму, да, думает. Я просто пощупаю танки. Вот он щупает одного леопарда. Блядь, не получается. А вот второго леопарда щупает. Блядь, не получается. Что же такое, сука? Дебил, они за зданием находятся, блядь. Вот так ты испарился конкретно. Это первое парево. И уже стопроцентное парево. Два танка пытался, блядь, пощупать пулеметом. Причем точно по маркеру. И танки находились не в дыму, а за зданием. Объебался ты маленько, объебался. Ну, игрок играет с читами уже дохуище времени, очень много. Он крайне старается. Я вот смотрел другие его бои. То есть для меня там достаточно, в других боях я смотрю, там видно, что это читер. Я не знаю, как смотрят, конечно, гейм-мастера, что для них является этим. Я вижу, что это читер. Ну, здесь, в принципе, всем будет видно, что это читер. В других боях я его смотрел. Там тоже видно. Но не так наглядно, как в этом бою. Так, ускоримся, сейчас тут будет бодаться снайпером 90-м. Смотрим далее. Вот это он типа не увидел. Фартануло тебе, что тебя водил убил. А тут не фартануло, а тут тебе в борт прислал снаряд Хвори Продакшн. Ай-яй-яй. Вот так вот. Я вот не понимаю только одного. Неужели вы настолько рукожопые, что не можете без читов играть? Вы хоть пробовали без читов играть? Нормально, спокойно, поучиться играть. Или вы настолько рукожопые? Ну и большой вопрос к разработчикам. Когда вы уже сделаете нормальный античит? Как мы все уже убедились, античита нет. Все повторы просматриваются ручками. А это крайне неудобно и крайне много работы приходится делать. Вы же можете сделать на уровне операционной системы, чтобы она, а я, насколько я знаю, в десятке, да и в семерке очень развита телеметрия, чтобы вам делали скриншоты с экрана игрока. Не знаю, почему вы это не сделаете. Хотя бы втихаря от игроков делайте скриншоты игры.
Давайте ускоряемся. Вот парень типа двигается такой, осматривается, осматривается. А вот КПЗшка слева, да? Он прям чувствует ее, просто чувствует. Вот она выезжает, смотрите. И он ее прям... Дальше вот такой опять осматривается, осматривается. По сторонам осматривается. Прям все углы. Он же честный игрок. Да чмо ты, блядь, на читах, которая. А не честный игрок. Чучело, чучело. Вот здесь вот Хари увидел такой. Типа случайно нашел, блядь. Я заметил, парень катает в те стороны, там где танки стоят, туда едет. Вот сейчас он будет на Вербельвинда выезжать, смотрите как. Мы замедлимся немножко. А? Что такое, блядь? Что такое, блядь? Ай-яй-яй-яй-яй. Пизды ему. Все, поиграл. Дублер есть. Чифтейн там у тебя должен быть, да? Да, точно, чифтейн там у тебя был. Давайте уберем. Кстати, когда команда союзная у читера проигрывает, они крайне сильно парятся. Вот это самое интересное наблюдать. Чифтейн с китайским флагом. Да ты кто такой, интересно? Этот был, блядь, с французским флагом, этот же с китайским флагом. Вот смотрите, тайп 60-го. Вот он парень явно его видит. Или у него чуйка такая, тайминговая. Кто там тайп 60-й стоит? А вот здесь у него чуйка другая, да? Ну пизды в игре, блядь, все равно. Не успел ты, увлекся тайпом 60-м. Не ожидал. Насоют сейчас тебе огурчиков, блядь. Вас понял, огонь. Уже небось и пописал, и покакал, блядь, смотрю, да? Дайте ему, блядь. Не смей башку. Все. Техника утеряна. Бой окончен. Нет, он еще на метеоре хочет отомстить. Он крайне сильно хочет отомстить, блядь. Это будет последний его вылет в этом бою. Всем спасибо за внимание, за поддержку и на понимание. До новых встреч, ребят. Пока-пока.